Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум или же Александр, и сегодня мы вместе с вами усыновим ребенка в игре под названием My Child Lebensborn. И если вам понравится этот видос или вы захотите поддержать меня, вы можете это сделать с помощью лайков. Ну а мы начинаем! 1940 год. Вторая мировая война бушует по всей Европе. Норвегия оккупирована Германией. 1945. Вторая мировая закончилась, и Норвегия освобождена. Нация ликует. После 5 лет оккупации люди начали бороться с символикой нацистской. 3 года спустя вы усыновляете ребенка. Какого ребенка? Ну да, после войны на самом деле очень много детей остались сиротами. Кто-то из родителей погиб под бомбежкой, кого-то забрали в армию, всякое могло быть. Плюс оккупация тоже не самая приятная. Ну и у нас на выбор есть, похоже, 2 ребенка. Это девчуля и пацан. Ну давайте возьмем пацана. Спасибо вам за заботу о Клаусе. Он может здесь остаться. Ну да, давайте усыновим Клауса. Вроде нормальный, смышленный парень внешне, да, у него есть чемодан. В чемодане стопудово документы, какие-нибудь чертежи. Но он умный, по нему видно, что он умный. Итак, загрузка. Вот он, наш Клаус. Ну что, я дома? Да, Клаус, это твой новый дом. Тебе было весело с Лив? Привет, Клаус. Лив была добра к тебе? Кто такая Лив? Эх, ладно, Клаус, уже поздно, давай приготовимся ко сну. Третий вариант. Я не знаю, кто такая Лив, но давайте все-таки спросим, было ли ему весело. Лив, наверное, это может жена моя или что-то в этом духе. Да, нам было весело. А, это его лучшая подруга Лив. Хорошо. Мы классно проводили время и нашли какой-то крутой... пенек в лесу. Зачем вам пенек? Не, ну пеньки это круто, никто с тобой и Клауса не спорит. И он говорит, что там, похоже, могло быть сокровище. Самое настоящее сокровище. Но это уже другой разговор, вот для чего нужны пеньки. Но потом начался дождь. И мы охраняли наше сокровище все равно. Ну, можно продолжить слушать его. И... можно сказать, что все это, конечно, классно, но я немного опаздываю вроде как. Ладно, давайте послушаем его. Он только приехал из детдома, пареньку реально грустно. Нужно его поддержать. Хотя вроде он чувствует себя неплохо. А потом... мы обнаружили, что пень был пустой. Вот это дела. Кто бы мог подумать, Клаус? Но, может быть, тролли украли сокровище? Или положат его туда потом? Мы, в общем-то, вернемся туда и посмотрим вновь. Да, мои поздравления, это просто отлично. Точнее, боже мой. Это мило, похоже, слив вам было весело. Бегать под дождем не очень хорошая идея, чел. Да, ты пережил Вторую мировую войну, но никто пневмонию не отменял. Так что давай будем заботиться о здоровье. Мы не бегали вокруг. Мы охраняли наше сокровище. Ха. И уже, наверное, довольно поздно. Солнце уже садится. Итак, это... менюшка показывает, сколько сейчас времени. Можно двигаться вперед и... каждое действие вроде как будет расходовать немного солнечной энергии. То есть день заканчивается, это логично. Ну все, Клаус. Мы должны это увидеть. Ну ладно, попробуем увидеть. Он что-то притащил домой. Лив подарила ему подарок на день рождения. Вот в этом как раз таки мешке. Можно я его открою быстро? Чел, вообще-то, ну это подарок, его лучше оставить на день рождения. Ну ладно, ладно, мне жалко тебя. Поэтому да, можешь открыть, давай посмотрим, что там внутри. Правда, правда. Кстати, забыл, друзья, сказать, что... его можно будет воспитывать по-разному, то есть из него можно будет вырастить абсолютно любого человека. Все зависит от нашего воспитания, и вот это вот главная фишка. Надеюсь, у нас получится классный коммунист. Маленький.
Ладно, спасибо, спасибо. Так что там? Мяч! Неплохо. Я думаю, на то время мяч была... был большой роскошью. Это мой собственный мяч. О, я уже не дождусь, как могу, смогу поиграть завтра. Так, новое письмо. Давайте посмотрим, что в письме. Районный совет. Говорят про кошку, которая ела цветы с клумб. Требуют, чтобы кошку держали дома. Но у меня кошки нет. Я бы хотел кошку. Так, газета. Что-то в газете наверняка написано. Что это такое? О, просто взрослые штуки всякие, да? Но ты ведь не уйдешь в кабинет. Правда ведь? Ну я не знаю, ты хочешь, чтобы я поиграл с тобой с мячом? Мне так скучно, когда ты туда уходишь. А ты мне обещал душ. Я что, буду... Ты сам можешь помыться, чел. Ты взрослый пацан, реально. Ты что, хочешь, чтобы я тебя в ванну посадил? А я тут при чем, братан? Ну ладно. Сколько тебе лет вообще, я не понимаю. Бабблс, 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 бабблс. Чел, сколько тебе лет? Блин, он следит за губкой, как кот. Не кот, конечно, но тоже неплохо. Ну все, помылся, давай. Хорош. Время ужинать. Да, наверное, пора немного перекусить. Ванна это, конечно, хорошо, но пора полакомиться едой. Да, да, погнали. Посмотрим, что у нас есть. Как бы, ну, не самый богатый дом, но чем богаты, тому и рады. Садись давай за стол. Кашу, да, будешь есть? А что тут на выбор есть? Бутерброд с сыром. Еще одна каша. А, так у меня только бутерброды с сыром и каша. Ну, кушай кашу, вырастешь здоровым, да? Хавай. Подожди, а как заставить его есть кашу? А, то есть, подожди, я должен кормить тебя с ложки? Чел. Нет, мне реально интересно, сколько тебе лет. Говорит, хочет еще. Ну ладно. Ну, у него, наверное, не было в детстве, да, родителей, поэтому он не знает, что это такое, и ему хочется наверстать упущенное. Поэтому я буду о тебе заботиться. Ах, уже довольно поздно. Даже солнце уже легло в кровать. Очень хочется спать. Пора, короче, ложиться. Время кровати. Ну давай, дружище. Был у нас серьезный день. Всякое поделали. Помылись, поели каши, распаковали подарок. Просто офигенно было. Я хочу заснуть прямо сейчас. Тогда завтра уже будет поскорее. Наступит. И я проснусь, да, и я подрасту. Ну, посмотрим. Кстати, он, наверное, будет каждый день просыпаться и становиться более взрослым. Это интересно. И... А говорит, что Лив получила 3 подарка на свой день рождения. А сколько получу подарков я? Ну, братишка, я не знаю. Я могу тебе подарить бутерброд с сыром. Ты как на это смотришь? Ты тоже получишь несколько приятных подарков. Первый вариант, второй, 3 подарка. Хм, похоже, Лив любит сочинять сказки. И мы должны быть благодарны за то, что у нас есть Клаус. Да, Клаус, давай. 48-й год, братан. Война только закончилась. Да, наверное. Экономическая разруха повсюду. Страны лежат в руинах, поэтому то, что у нас есть каша и хлеб с сыром, это реально уже неплохо. Так, какие еще тут варианты? Как насчет того, чтобы сосредоточиться на веселье, а? Это первый вариант. Нам будет очень весело, я обещаю. Это второй вариант. И, короче, Клаус, давай-ка уже баиньки. Это третий вариант. Ладно, нам будет весело, Клаус. Окей. Ночь, ночь. Так, новое письмо. Ну, давай посмотрим. Это в кабинете письмо. Ну все, я понял. Так, письма можно читать. Понятно. Что в письмах, интересно, сказано? Его, типа, нужно полностью раскрыть. Это газета. Наверное, там будут рассказаны события в стране какие-то. Итак, в новостях сегодня. Производство яиц в стране немножечко сокращается. На экспортном рынке уже вторую неделю не хватает яиц. Продолжаются дебаты о том, должны ли норвежские чиновники прекратить экспорт этого важнейшего товара. Доход крайне необходим, но также необходим и сам продукт. Ну, кстати, норвежцы
не самую однозначную позицию занимали во времена Второй мировой войны. Ну ладно, в любом случае, скоро они выбьются в экономические лидеры и будут чувствовать себя хорошо. Уровень жизни в Норвегии один из самых высоких в мире. Так что Клауса ждет счастливая пенсия и старость. Так, я бы и сам, честно говоря, лег бы поспать. Только как мне лечь спать? А, закончить день можно с помощью светильника. Итак, это было 17 августа. Уже 18-е. О, доброе утро. Ну, доброе. Мы должны умыться, да? Нужно умыть ему лицо. Клаус, погнали умываться. Буду умывать от тебя тряпкой. Давай. О, как новенькие. Хороший, Клаус. Сегодня мой день рождения. Сегодня мой день рождения. Я почти не спал всю ночь. Мне будет 7 лет. Действительно ли выглядит это круто? 7 лет ему? То есть ты должен... Я в 7 лет уже сам мылся, братан. И ел я сам. Вау, Клаус, это ты? Я почти не узнаю тебя. Это первый вариант. Может быть, немного. Не будь глупым. Ты не можешь так измениться за одну ночь. Блин, вот я не знаю теперь как-то... Какую позицию нужно... Так, каким нужно быть родителем, чтобы был хороший... Просто я не умею воспитывать детей. Как нужно воспитывать строго и не позволять ему вот эти глупости, чтобы он был реалистом с самых первых дней своей жизни? Либо быть с ним помягче. Ладно, я не знаю, друзья. Но немного ты, да, подрос. Я теперь большой мальчик. Здоровяк, просто здоровенный. Я думаю, что ты действительно такой, первый вариант. Ты приближаешься к цели. Ну, ты не больше, чем вчера, Клаус. Нижний вариант, он всегда самый грубый какой-то. Да, я думаю, ты биг бой. Еее, я буду расти всегда. Молодец. Ну шо, пора бы похавать и в школу пойдешь. В 7 лет уже вроде уходят в школу, да? Лив должна прислать... А, сейчас же август, наверное, каникулы. Хотя, может, в Норвегии в то время было иначе. Короче, он ждет подарок от Лив. Мы можем пойти его посмотреть? Ну, погнали посмотрим. Так, письмо. С днем рождения! Извини, что я не могу быть тут. Не могу дождаться начала занятий в школе, чтобы мы могли тусоваться каждый день. Ты лучше. ПС Лив. Я вчера трогала тролля. Это письмо от Лив. Она действительно видела тролля. Чел, она врет тебе. Никакого тролля нет, существует. Я хотел бы поиграть с Лив сегодня. И хотел бы играть с ней каждый день. Но она ходит в какой-то... Йотунхейм? Йотунхейм — это же... Страна троллей, нет? Разве в Скандинавии? Йотунхейм. Что-то знакомое. Нифельхейм, Йотун... Ну, йотуны, да. Это не тролли, а великаны. Йотунхейм — это страна великанов. Есть Нифельхейм, Муспельсхейм, Йотунхейм. Короче, да. Йотунхейм это. Навещает там тетю. Я вроде как жалею, что вчера открыл подарок, Лив. Ну ладно, чувак, ты уже открыл, вот мяч. Может быть, сегодня даже поиграем с тобой. Я знаю, мы можем поиграть с мячом, который она мне дала. А, пожалуйста. Но для именинника, конечно. Может быть, чуть позже. И нет, не сейчас, Клаус. Ну, давай поиграем. Сегодня я добрый. День рождения. Вот, может быть, завтра я буду уже злым. А сегодня добрый. На, как с тобой играть? Надо кидать ему мяч? Ну, вот и поиграли. Вот это было весело. Что мы будем делать дальше? Так, еще один момент, можно что-то сделать. Можно ему потыкать на голову. Погнали поедим. Ты голоден, чел, садись. Только в этот раз ты будешь есть бутерброд с сыром. На. Манч-манч. Что значит манч? Что такое манч? Все, на, еще один бутерброд. А, я хочу, знаешь, о моем день рождения что-то сказать. Что ты хочешь сказать? Торт хочешь? Лив сказала, что мама испекла для нее торт.
Ну а я испек для тебя хлеб, а на нем сыр. Это лучше, чем торт? По-моему, да. Еще бы колбасы, конечно, но не заработали на колбасу. Как ты думаешь, мог бы я тоже поесть торта? Я действительно очень люблю торт. Ну, братан, у меня нет торта. А ты не хочешь капусту поесть? Вместо торта? Конечно, я сейчас принесу тебе свежий торт. Может быть, мы сможем испечь его вместе, если ты будешь хорошим мальчиком. И вот тут интересный момент, да? Во-первых, можно покормить его капустой, чтобы он был более здоровым, потому что кариес, торт, сладкое. С другой стороны, у него сегодня день рождения, и я бы хотел, чтобы мне на день рождения подарили торт. И третий вариант — испечь торт вместе. Он научится печь торт. Но вряд ли ему захочется печь торт. Я не хочу печь торт, я хочу есть торт. Поэтому да, я куплю ему торт все-таки. Так что, да, братишка. Мягкий торт хочет, но... Хорошо, я буду ждать. Так, ну погнали, сходим в магазин, посмотрим, есть ли там торты. У меня 200 монет. Так, и вот он магазин. Я не вижу торта. Стоп, погоди, я что, должен сам испечь его? Ну, есть яйца. Это каша или мука, я не знаю. Ну, я не знаю, а тортов-то это не продается тут. А что, как мне торт ему сделать? Я извиняюсь. Я играл с лужами и испачкался, чел. Ну, я ж торта... Все, минус торт. Понимаешь, что стиральных машин... Наверняка уже были к тому времени, но мы не можем себе позволить ее. Поэтому без торта, что ли, сегодня? Ты плохой мальчик, ты не биг-бой, ты бэд-бой. Моя рубашка, все, я это, мокрая и грязная. Ох уж эти Клаусы, ладно, погнали посмотрим, есть ли одежда под замену. Как ее заменить? На, одевай. Все, я теперь чувствую себя лучше. Ладно, будь осторожнее в следующий раз, и тебе не нужно было так сильно волноваться. Одежда иногда становится грязной. Все в порядке. Нет, давай в следующий раз аккуратнее. А то он скажет, что ну, одежда может пачкаться и будет постоянно пачкаться. Поэтому давай, аккуратней. Хорошо, я буду аккуратнее. Так что, мы вернемся к изготовлению торта? Ну, я купил яйца и кашу. Из каши торт. Да, нормально. Хотя, может быть, это... А, нет, тут, видите, сразу мука, яйца и молоко. Но это получится хлеб. А на него положим сыр, как я и сказал. Я так взволнован. Я никогда не раньше не пек торт. Попробуем научиться. Так. Вот хлеб. Прикольно. На него просто клацаешь, получается торт. Вот бы в жизни так. Это реально весело. А теперь время для вечеринки на день рождения. А со мной поделишься тортом? Блин, опять его кормить, чел? Ну ладно. Вип. А ты заслужил еду? А ты заслужил? Опа! Опа! А ты не заслужил? Ладно, на. Ладно. Ладно, так и быть. Но это была игра такая. Самолетик влетает, вылетает. Ну вы знаете, да? За папу, за дядю, за тетю. Я люблю торты. Твой торт — это лучший торт, который я пробовал. Это мне? Подарок? О, я очень хочу это. Что же это такое? Это карандаши. Да, это рисовательные карандаши. Ты вспомнил то, что я хотел. Спасибо тебе. Ну, наслаждайся, Клаус. И знаешь что? Ты можешь использовать их, когда пойдешь в школу на следующей неделе. Просто помни, они были дорогими, будь с ними осторожен. Да, так и ответим. Хорошо, я буду очень осторожен. Большое тебе спасибо за это, я люблю тебя. О, я знаю. Давай попробуем их прямо сейчас. Ты поможешь мне порисовать? Мы будем рисовать в моей комнате. Поехали. Так, ну что, помочь ему? Что нарисовать? Что, это рыба? А, понял. Я думал, придется разрисовывать ее. Ну, для первого рисунка на самом деле могло быть и хуже, Клаус. Да, это весело.
Я люблю мои новые карандаши. Я еще немного побалуюсь тут, да, и пожалуйста. Это просто конец моего дня рождения. Я не хочу, чтобы оно заканчивалось. Ну, я не знаю. Я думаю, что кому-то нужна кровать. Нет, теперь пора идти спать, Клаус. Это нижний вариант. Ты мог бы не спать, но если ты будешь спать, то можешь вырасти еще больше. В любом случае придется отправлять его спать. Ладно, давайте средний вариант, добрый. Ах, ладно. Я пойду спать сейчас. Давай, дружок. Сладких снов. Завтра ты вырастешь, пойдешь в лес к своему пеньку. Там ты встретишь троллей. Они, возможно, сделают из тебя рагу. Спокойной ночи, Клаус. Хорошо прошел день рождения? Да, большое спасибо тебе, было весело. Я только жалею, что Лив не было тут. Но я думаю, что все нормально. А может быть, какие-то еще подарки я получу? Ну, не знаю. Нам просто придется ждать и смотреть. Ты должен быть доволен тем, что у тебя уже есть Клаус. Да. Не будем его баловать. А, я все равно сейчас счастлив. Действительно. Ну? Ты расскажешь мне перед сном историю какую-нибудь? Точнее, прочитаешь. А какую? Не сегодня, Клаус. Может быть, завтра? Сейчас слишком поздно для рассказа. Ну ладно, день рождения. Все что угодно. Ей! Story time. Можно прочитать историю. Так. Вау, замок. Это история про замок. И еще один. Ну все. Он уснул. Видимо, история была не такая уж и... веселая. Ну, а Клаусу понравилось. Скоро ему в школу. Совсем скоро. Ну и на этом, друзья, мы с вами, пожалуй, пока остановимся. Вот такая вот крайне необычная игра. Надеюсь, видосик вам понравился. Большое спасибо за внимание, за просмотр. Будьте добрыми, празднуйте дни рождения, кушайте торты, веселитесь с троллями. Покедова, друзья. Счастья вам!